Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в торгово-промышленной палате Тувы прошел обучающий семинар для предпринимателей с участием руководителя Тувинского управления Федеральной антимонопольной службы Феликса Хаджиева и представителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Основной темой семинара стали поправки к 44-му и 223-му федеральным законам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб. Мы пригласили УФАС, местный наш республиканский, а также представители Минзакупок, чтобы они рассказали, какие новшества в законе ФЗ-44, 223, чтобы предприниматели могли знать, какие изменения произошли, что нового. И также мы пригласили представителя УФСИН, чтобы он также поделился информацией о том, какие предпринимательские возможности есть на базе наших колоний. И это очень важно для предпринимателей, потому что есть очень хорошие точки соприкосновения, где могут предприниматели посотрудничать с исправительной системой Тувы. Кроме того, на семинаре обсудили вопросы полномочий антимонопольного органа по защите прав и законных интересов предпринимателей. Так, по словам Феликса Хаджиева, по новым поправкам к законам появился механизм одностороннего отказа от контракта. Однако основной проблемой местных предпринимателей становится внесение изменений в действующие государственные и муниципальные контракты, которые по общему правилу, предусмотренными нормами закона о контрактной системе, внесение изменений в государственные контракты не допускаются. Начали привлекать к администрации административной ответственности, в том числе и юридических лиц, которые заключали эти контракты, то есть контрагентов. То есть заказчик раньше думал как, что да ладно, там за меня подрядчик заплатит. Но мы начали привлекать юридических лиц. Причем мы начали даже в некоторых случаях при наличии определенных признаков квалифицировать эти действия как антиконкурентное соглашение, для должностного лица юридического. То есть предпринимателя – это наказание вплоть до дисквалификации. Для юридического лица – это оборотный штраф. Он зависит от суммы выручки предприятия за предшествующий год. Помимо этого, руководитель Тувинской торгово-промышленной палаты вынес предложение по квотам, где регионы, приравненные к северу, должны иметь определенную квоту в торгах федерального значения. Малый бизнес в Туве, он очень мало участвует в тендерах, в торгах, и если участвует, то чаще всего, честно говоря, мы проигрываем, потому что ту ценовую политику, которую проводят более крупные фирмы из регионов России, мы не выдерживаем этой конкуренции. Поэтому мы в торгово-промышленной палате вносим такое предложение, чтобы для региональных предпринимателей были отдельные квоты, чтобы предприниматели, именно местные товаропроизводители, они могли участвовать, конкурируя друг с другом, а не с огромными фирмами, которые находятся далеко от нас. Важная информация о возможности расширения деятельности малого и среднего бизнеса через взаимодействие с исправительной системой поделился начальник отделения трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Республике Тыва Байрул Виктор Валерьевич. В завершение семинара предприниматели могли задать интересующие их вопросы докладчикам. Торгово-промышленная палата Республики Тыва планирует продолжить серию таких семинаров с участием органов власти. В МВД Тувы на заседании оперативного штаба под председательством временно исполняющего обязанности министра внутренних дел региона Алексея Хаустова обсудили вопросы профилактики квартирных краж. Отмечается, что по сравнению с показателями прошлого года, количество квартирных краж на территории республики заметно снизилось. Однако жертвами указанного вида преступлений в этом году стали более 500 человек. Те, которых, в отношении которых не совершено еще никаких преступлений, остерегутся. Есть такое виктимное поведение. Понятие. Есть статья в Гражданском кодексе о том, что каждый собственник должен принимать меры к сохранности своего имущества. Были и такие случаи, когда преступления совершаются гражданами, вошедшими в доверие хозяевам дома. Так, сотрудниками полиции Кызыла была раскрыта серия краж, совершенная 23-летней девушкой. Злоумышленница похитила у 5 пожилых граждан в возрасте от 72 до 86 лет денежные средства на общую сумму около 70 тысяч рублей.
Злоумышленница похитила у 5 пожилых граждан в возрасте от 72 до 86 лет денежные средства на общую сумму около 70 тысяч рублей. Каждый раз она тщательно готовилась к совершению преступлений. Под видом медицинского работника, либо сотрудника коммунальной службы, девушка, входя в доверие пожилых, входила в их квартиры и похищала у них денежные средства. В данный момент расследование уголовного дела продолжается. Проведенный анализ показал, что практически каждая вторая кража совершается в состоянии алкогольного опьянения либо в целях приобретения спиртосодержащих напитков лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Также имеются факты совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору. 12 из них раскрыты. Верховный Хурал утвердил бюджет Республики Тыван на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Главный финансовый документ был принят с рядом рекомендаций органам исполнительной власти республики. Так, например, Министерству образования и науки Республики Тыва и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства было рекомендовано проработать вопрос о включении в перечень объектов строительства на 2019 год новый детский сад на 280 мест в городе Чадане в рамках модернизации системы дошкольного образования в регионе. Министерству природных ресурсов и экологии Тувы было предложено проработать вопрос об изыскании дополнительных средств на рекультивацию отходов комбината «Тува-Кобальт». Также рекомендации коснулись порядка 9 министерств и служб республики. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 58 копеек, евро 69 рублей 52 копейки. Петербургский оптовый склад номер 11 представляет. Ликвидация склада обуви. Более 100 моделей для мужчин и женщин. Скидки до 70%. Только один день, 2 декабря, в Центре русской культуры. Кочетова, 135. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семенов. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Sony с диагональю 80 сантиметров всего за 18 990 рублей. RBT.ru. Сотрудниками полиции выявлены 2 факта незаконного оборота наркотических веществ в особо крупном размере. Один случай произошел в Кызыле. Во время патрулирования около одного из домов по улице Рихарда Зорги полицейские заметили мужчину, который при виде правоохранителей повел себя подозрительно и попытался скрыться. При личном досмотре у мужчины полицейские обнаружили наркотическое вещество. Позже экспертам-криминалистам установлено, что данное вещество является гашишем массой более 180 граммов. Мужчина был доставлен в полицию Кызыла. Установлено, что задержанный, ранее неоднократно судимый, 34-летний житель поселка Кахем, изготовил наркотическое средство в районе аэропорта для личного употребления. Второй факт выявлен в Кахемском районе. В ходе рейдовых мероприятий в лесном массиве около села Авиган полицейские обнаружили 2 граждан, которые изготавливали наркотическое вещество. Для выяснения обстоятельств мужчины были доставлены в пункт полиции. Экспертиза показала, что они изготовили гашиш общей массой около 4 килограммов 400 граммов. В ходе беседы задержанные пояснили, что наркотическое вещество собрали для личного употребления. Полицейские установили, что один из мужчин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств, совершенное в особо крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тувинские школьники напишут итоговое сочинение 6 декабря. 29 ноября состоялся семинар в режиме видеомоста для лиц, задействованных в проведении итогового сочинения, изложения на территории республики. Были рассмотрены вопросы материально-технической готовности, организации подготовки и проведения в пунктах написания, порядка проверки итогового сочинения предметными комиссиями, а также доставки экзаменационных материалов. Отмечается, что итоговое сочинение, как и в предыдущие годы, является допуском выпускников к
ЕГЭ. На этот учебный год определили 5 направлений тем. Это верность и измена, равнодушие и отзывчивость, цели и средства, смелость и трусость, а также человек и общество. Оценка работ проходит по 5 критериям. Соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Результатом итогового сочинения является зачет или незачет. Для тех, кто получит незачет или не сможет прийти по уважительным причинам, назначены дополнительные сроки 7 февраля и 16 мая 2018 года. Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи ООН, принятым в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Основными целями установленной даты являются привлечение внимания общественности к профилактике и лечению ВИЧ-СПИДа, обмен опытом по противодействию инфекции, формирование достойного отношения к ВИЧ-инфицированным. В текущем году Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под лозунгом «Мое здоровье – мое право», что подразумевает право каждого человека пройти бесплатное тестирование и консультацию, право людей, живущих с ВИЧ, на доступное эффективное лечение, на уважительное и достойное отношение без дискриминации к ВИЧ-инфицированным гражданам, а также право каждого гражданина страны на ответственное отношение к сохранению своего здоровья. По данным исследования Турстат, зимний фестиваль в Туве входит в первую десятку лучших в России. Праздник «Алтайская зимовка» в Алтайском крае, фестиваль «Зимние забавы» в Угличе в Ярославской области, фестиваль «Ледовая сказка» в центре Азии в Кызыле, фестиваль «Хрустальный Томск» в Томске и «Калмыцкий Новый год» Зул в Элисте и другие входят в первую десятку самых популярных фестивалей зимы в регионах России. Очередной, третий по счету открытый фестиваль ледовых скульптур «Ледовая сказка» в центре Азии в Туве пройдет с 10 по 15 декабря в Кызыле, которую, как отмечают организаторы, посмотрят несколько тысяч человек. Фестиваль проводится в целях популяризации искусства ледовой скульптуры, поддержки мастеров, формирования бренда Кызыла как города арт-технологий и преображения скульптурного комплекса Центра Азии в сказочную атмосферу Нового года. Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет список получателей грантов в области культуры и искусства на 16 организаций. Среди них Государственный театр нации, Уральская государственная консерватория имени Мусоргского, Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Пермский государственный академический театр оперы и балета и другие. Теперь президентские гранты будут получать 99 учреждений. Помимо списка из 16 новых получателей президентских грантов, указ содержит уточнение по объему бюджетных средств, которые будут выделяться на эти цели. В частности, с 2018 года сумма увеличится с более 5 миллиардов до 8 миллиардов 40 миллионов рублей. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег. Ночью минус 23, минус 25 градусов, днем минус 16, минус 18. По сообщению ГИСМИТЮ, в предстоящие сутки в Туране и Арадане погода пасмурная, небольшой снег. Температура воздуха утром минус 16 градусов, днем минус 12. На Полке пасмурно, без осадков. Температура утром минус 14 градусов, днем минус 11. В Танзыбе пасмурно, без осадков. Температура утром минус 15 градусов, днем минус 14. По всей трассе проезд удовлетворительный.